Тем временем в Нерюнгри обсуждают реализацию соглашения о сотрудничестве между республикой и компанией «Газпром». В столице Южной Якутии проходит совместное выездное заседание рабочих групп. Напомним, что 2 июня в рамках 21-го Петербургского международного экономического форума было заключено новое соглашение о сотрудничестве между Якутией и «Газпромом». Подробности далее. Сила Сибири пришла в Якутию. Сотрудничество крупнейшего газодобывающего предприятия и региона с крупными запасами полезных ископаемых, в частности природного газа, в будущем имеет большие перспективы как для республики в целом, так и для отдельных регионов в частности. Когда здесь у нас будет уже эксплуатирующая организация, мы рассматриваем порядка 500 рабочих мест. 500 рабочих мест, высококвалифицированных рабочих местах, мы говорим, да, и высокооплачиваемых. Потому что нужно идти учиться в те институты, которые инженерное нужно образование, для того, чтобы в последующем работать на эксплуатации вот такого очень серьезного, значит, будем говорить, предприятия, как «Сила Сибири». Участники выездного заседания посетили производственные объекты строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», горно-обогатительный комплекс «Денисовский» и угольный разрез холдинговой компании «Якутуголь». Одним из важных пунктов визита в первый день стала закладка камня на месте строительства будущего спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Чульман. Там же была принята договоренность о том, что «Газпром» к столетию республики, к 2022 году, ну так, в период до 2022 года, реализует как минимум три таких крупных социально-культурных объекта. Общая сметная стоимость пока оценена 1 680 000 000, но это пока еще у нас нет конкретной документации, привязанной к конкретному месту. Мы берем просто за аналоги по аналогичным объектам, построенным в других регионах. В частности, для Нерюнгринского района здесь проект стоит порядка 350 000 000, если я не ошибаюсь. Да? Реализация восточной газовой программы позволит сформировать крупный центр газодобычи в Якутии, обеспечить газификацию районов, которые планируют осуществить до 2026 года, и реализовать пункты социального партнерства. Протяженность участка газопровода, который пройдет по территории республики, составляет 1291 километр. Из них 600 уже в этом году, в конце года будет построен. Соответственно, же не только по Якутии строительство идет, и по ближайшим субъектам. И вот в планах, как озвучено, 2019 год, декабрь месяц, да, 2019 года. Это общая цифра на этот год. По-моему, 1300 километров должно быть уже сделано. То есть из 2000 километров, да, уже объем будет больше этот 50, пределов 60%. На рабочем заседании члены делегации обсудили вопросы касаемо сроков и способов реализации масштабного проекта «Сила Сибири», а также рассмотрели план дальнейших совместных действий. Напомним, что взаимовыгодное сотрудничество «Газпрома» и Якутии насчитывает уже более 10 лет, а республика для крупнейшей газодобывающей компании является стратегическим партнером. Виктория Харитонова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.